Дорогие друзья, к нам приближается магистральный грузовой электровоз 2С7 производства ОАО «Уральские локомотивы» с асинхронным тяговым приводом мощностью 8800 кВт. В отличие от электровоза 2С10 «Гранит», данный локомотив предназначен для работы на участках, электрифицированных на переменных токах. Благодаря особенностям конструкции асинхронных тяговых электродвигателей, эти электровозы обладают улучшенным сцеплением с рельсом, что существенно влияет на повышение и тяговых свойств. Электровозом управляет машинист Олег Павлович Полиневский.